Подписывайтесь! Зардим и Убеба. Сыны металлической шестерни. Первый, второй и третий выпуски. Выпуск первый. Музыкальный вирус. Здесь стою и сознаю, что забыл даже имя свое. Вот он я, грязный, безликий, лишь ветер холодный со мной. Если ветер стих и зажглись огни, только сильнейший победит. А ты можешь хотя бы во сне не петь эти свои заразные песни? Выпуск второй. Проклятие второго пришествия. Я нашел ее! Нашел! Ты умрешь от счастья! Я скорее умру от твоей внезапности! Хватит там висеть! Гляди на мою добычу! Metal Gear Rising 2, 8-битная! Пойдем играть во вторую часть на нашей денде! Поехали! Странно, почему в интернете нет никакой информации о ней? Ну, вообще, от второй части МГР я ждал чего-то большего. Убеба, это не вторая часть МГР! Это пиратский хак первых приключений мультяшек! Только не начинай! Ты испортил мне день! Ты вытер ноги! А мое чувство прекрасного! Я не хочу жить! Киномания. Отдел психологической помощи. Специалист Павел Гринев. Егорыч, ну не стоит она таких эмоций, пойми ты это. Я видал дерьмо похлеще вашего фальшивого Райзинга. Я пережил войну ЧПДЛа во Вьетнаме, Марио Кунфуиста, Черного Плаща в Суперконтре. И остался в своем уме. А ты от какой-то мелочи чуть с собой не кончаешь. Ну будь мужиком в конце-то концов. Выпуск третий. Что может пойти не так? Do you speak English? Чё? Ой. Я это, дворняга, российская. Ты гутаришь по-русски? Да, я из России. Зови меня Зардим Райденович. А ты кто? Морж. А больше на пёсика похож. Пёська, я тебе не хрен собачий. Ага, моржовый. Кончай рофлить, косплеер из глухомани. Морж моя кличка. Я как мурманская организация. Или как все эти мужики, купающиеся зимой в проруби. Что ты здесь делаешь? А ты что здесь забыл, кошак в доспехах? Не можешь свой китикет найти? Ищу злодеев. И если ты будешь так себя вести, я причислю тебя к ним. Да я прикалываюсь, не понял что ли? Я сделал много плохих вещей, но я никогда не хотел быть злодеем. Хорошо, повторю вопрос. Что ты здесь делаешь? От бирманских захватчиков спасаюсь. Они минут 10 назад уничтожили танк «Таранис» с командой «Марципана». Стоп, какие бирманские захватчики? У нас же террористы из «Ветров разрушений». Что еще за «Таранис»? Какой «Марципан»? Ты с какой луны свалился? Бирманские захватчики уже давно мир покоряют. Абсолютно все об этом знают. Таранис, вундервафля, в которой сидели дети во главе с марципаном и стреляли по нацистам. Сейчас захватчики изучают останки Тараниса для создания собственного аналога. И похищают детей, чтобы использовать их мозги в аналоге, так? Хуже. Они похищают их, чтобы использовать как танковые снаряды. Что? Теперь и в детей внедряют наномашины для суперпрочности? Темнота, ты, Райденович. Достаточно заставить продать душу и умереть. С каких пор в металлической шестерне техника работает на сатанизме? Не на сатанизме, а на машинном божестве. И что это вообще за металлическая шестерня? Етить, Райденить, куда я попал? А-а-а!
Да как так? Тарани сгрохнули? Блин, надо было мальтом-марципаном жертвовать. Чёртовы бирманские захватчики! Фурионацисты проклятые! О, Пушистик проснулся. А, Карабас-барабат! Фу, нет, Бармалей! Бабей! Только не бей! Забей, он опять чудит. Понял, Бабей. У Бэба. Окей, пусть он не орёт, как истеричный гей, а к нам присоединяется скорей. По очереди проходить будем. Ну, Гойда. Ты то, каким увидел ты этот мир, никогда ни за что не забудется. И если гибель мира нас ждёт впереди, ты цветом на груди там не прими. Все ж не жалей, что видел ты этот мир. И сияй, и гори, всем нам свет дари. Быть может, ты способен судьбу изменить. Новый день, новый путь пора найти. Во имя хвоста, нюха и пушистого уха оставайтесь с Зардимовым кабинетом. Авунь!